Здравствуйте. Сегодня в клубе $8.5 проходит мероприятие творческой лаборатории «МИХМ». Организовали это мероприятие в первую очередь Николаев Николай и Михаил Мостов, которые сейчас вовсю готовятся к выступлению на этой замечательной сцене. А мы пока спросим у людей, зачем они сюда пришли, чего они ждут, кто они вообще такие. Чего вы ожидаете здесь увидеть и чего бы вы не хотели увидеть? Я лично ожидаю увидеть красивые лица, послушать хорошую музыку и провести время с хорошими людьми. А как вы дошли до такой жизни, как вы пришли сюда? В общем, от безделья, наверное. От безделья. Вот сижу и делать нечего, и тут гениальная мысль пришла в голову вот этому безнадежному человеку, вот, который сказал: «Подходи, послушаем живую, нормальную музыку». Как и ожидалось, зрители получили массу впечатлений от концерта. Прозвучало большое количество известных каверов на разных языках, начиная от английского, заканчивая ивритом. Также присутствовали и авторские песни исполнителей. Здесь каждый зритель получил ту самую песню, за которую он пришел на этот концерт. Мариан, ты довольна своим выступлением, концертом в целом? Надо спрашивать не у меня, а вот у нашей принцессы. Скажи, ты довольна нашим выступлением? Ты довольна нашим выступлением? Тебе довольна. Понравилось. Все. А зритель доволен, и это главное. Вот он, наш золотой саксофон. Представься еще раз. Руслан. Какие у тебя впечатления в целом? Я доволен звукорежиссером. Очень хороший звукорежиссер. А это наша клавишница. Скажи, как тебя зовут, громко и четко. А меня зовут Маргарита. Но на самом деле я не только клавишница, еще и бэк-вокал, еще и бас, еще и шейкер. Мне бы только свой крошечный вклад внести, за короткую жизнь сплести хотя бы ниточку шелка. Пожелаю что-нибудь тем, кто сегодня выступал, тем, кто сегодня смотрел концерт. Спасибо большое тем, кто выступал. Ребята, вы супер! Тем, кто смотрел, приходите к нам еще. Я думаю, что все выйдет, все получится. Мы представляем фан-клуб Николая Николаева, потому что он отличный парень. Мы очень любим Николая Николаева, он офигительный. Несмотря на то, что он учился в спецшколе, в которой мы учились вместе с ним. Николай Николаев, чувак, географичка была не права, когда поставил двойку, а сам второй год. Представься, пожалуйста, чтобы тебя знали все, имя, фамилия, отчество. Я Хала Михаил Александрович, здравствуйте. Я клавишник, играю на синтезаторе и пианино. Работа проведена большая, много репетиций, и я надеюсь, результат того стоил. Потому что вроде звук был хороший, настроение замечательное, все понравилось. А какие у тебя дальнейшие творческие планы? Планов много, на самом деле. Не стоять на месте, главное идти вперед, развиваться. Вот она, черная бухгалтерия данного мероприятия. Смотрите. Я за удовольствие только на сцене, только за вокал, за настоящее искреннее искусство. Коля – это замечательный певец, вокалист и товарищ. Мы с ним будем, надеюсь, много-много всего делать важного и высокого. Да, кстати, это два человека, которые подарили нам это мероприятие. Николаев Николай. Мостов Михаил. Какие у вас дальнейшие творческие планы? Довольны ли вы тем, что произошло сегодня? Расскажите нам все сразу.
В принципе, в целом я очень доволен. Конечно, не без каких-то моментов не до конца, так сказать, дожатых, но мы планируем работать, плотно работать. Вот я сдам сессию в ГИТИСе через месяц, и мы будем активно создавать мероприятия, учить новые песни на разных языках, и особенно на русском. Так что приходите к нам на концерты. Клуб $8.5. С вами был Андрей Пищенко. До свидания. Андрей Пищенко и Сергей Морозов специально для студсетки.